Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Я хочу поделиться с вами особенным посланием. Я рад этому. Это правдивое послание, где есть мои наработки. Я выбрал тему «Новый 70-летний пророческий цикл и последние знаки конца». Я прочту из книги Даниила. Это опорный текст. А вот что говорится в стихе. «Сокрой слова сии, запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Даниил и Откровение — это книги о конце времен. В них есть символы, относящиеся к изменениям в мировых империях, которые повлияют на Израиль и евреев. Также там есть символы о конце времен, который мы называем «последними днями». В этих книгах есть откровение. Есть книга Откровения, есть слово «Откровение» в Новом Завете. В Новом Завете это слово означает открытие понимания того, что было трудно постичь. Сегодня в учении мы рассмотрим ряд пророческих идей. Я расскажу вам о них. Это поможет вам понять, каким мы являемся поколением и что запечатано в пророческом откровении. Мы подошли к концу времен, и Бог снимает печати. Во-первых, я расскажу вам о том, что наше время очень похоже на дни Лота. Возможно, вы не знаете эти параллели. В-третьих, я расскажу вам о том, какую важную роль играют пророческие числа 7, 50 и 70 в наше время. Также я расскажу о пророческом знаке на Ближнем Востоке. Мы обсудим мирные соглашения и их отношение к пророчествам Библии. Меня часто спрашивают об информации, которую не знали и не понимали предыдущие поколения. Люди спрашивают, почему Бог скрыл определенную информацию, и Библия дает ответ на этот вопрос. Она скрыта от мудрецов этого мира и открыто простым. В Евангелии от Матфея Христос назвал их младенцами. Почему же это так? Потому что мудрецы ломают себе голову, обдумывая истину, считая, что она не поможет. А те, кто читает Библию, исследуя ее, доверяют ей. Во-вторых, Божья истина скрыта в видениях и снах, но эта истина открыта пророкам. Об этом сказано в числах. Что я имею в виду? Пророческая мудрость скрыта в библейских снах и видениях. Бог открывает ее людям, у которых есть пророческое понимание Святого Писания. Он открывает ее тем, кто имеет пророческое откровение. В-третьих, тайны скрыты. Они скрыты за пророческой символикой от мира. Об этом говорится в Откровении. Они открываются верующим. Также пророческое откровение запечатано в библейских притчах. Это 13 глава Евангелия от Матфея. Этому есть причина. Христос сказал, «Мудрецы не поймут эти истины, но поймут простые люди». Также они скрыты в повторяющихся исторических событиях. Об этом говорит Екклесиаст, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. А скоро мы поговорим о днях Лота. Это поможет нам понять, как эти исторические события повторяются, и увидеть их связь с пророчеством. Когда тайны открываются? Задам вам такой вопрос. Когда они открываются? Другими словами, когда мы поймем их? Когда запечатанные истины из книги Даниила станут понятными? Ну а что насчет мессианских предсказаний? Вот мой ответ. Когда время их исполнения приближается, тогда Бог раскрывает смысл предсказаний, и они становятся понятными для нас. Например, первое пришествие Иисуса. Когда Мессия пришел в первый раз, в книге Даниила есть важное предсказание, где есть ряд чисел, которые дают подсказки о смерти Мессии и времени его прихода. Это пророчество называется 70 недель Даниила или 490 лет Даниила. Это предсказание учит, что период со времени, когда евреи получили указ вернуться из Вавилона и восстановить Иерусалим,
и до времени, когда убьют Мессию, равняется 483 годам. Мы знаем, что Христа распяли 483 года спустя после издания того указа. Эксперты изучали это много лет. Откройте 9 главу и прочитайте об указе восстановить Вавилон. Вы увидите строки об отсечении Мессии. Если переместиться в будущее на 450 лет спустя от этого указа, то это будет время рождения Господа Иисуса Христа. Это означает то, что старшие современники нашего Господа Иисуса ожидали этого времени и события. В первом послании Петра говорится об исследованиях срока и обстоятельств прихода нашего Господа и Спасителя Иисуса. Изучая Новый Завет, мы видим людей, ожидающих возвращения своего Мессии. Даниил умер в Вавилоне, но он оставил свитки. Я считаю, что именно так мудрецы с Востока узнали о рождении Мессии, увидев звезду. В числах Валаам дал такое предсказание. «Восходит звезда от Иакова. Иаков — это Израиль». Когда волхвы увидели новую звезду над Израилем, то они поняли, в Иудее родился царь. Об этом написано в Торе. Об этих благословенных словах Господа знали в Вавилоне и Персии благодаря Даниилу и жившим там иудеям. Давайте переместимся от времени издания указа Кира в Вавилоне. Для иудеев отстроить Иерусалим на 450 лет вперед, ко дню рождения Господа Иисуса Христа, то есть к первому году нашей эры. Люди ожидали рождения Иисуса Христа. Во-первых, было знамение на небе. Матфей пишет, «Волхвы увидели звезду на востоке». В числах есть пророчество о восходящей звезде Иакова. Доктор Лука написал подробное Евангелие. Там мы читаем о Симеоне, который узнал от Святого Духа, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Это вторая глава Луки. В столице жила пророчица Анна из колена Асира. Она была вдовой. Она день и ночь постилась и молилась. Когда она увидела младенца Христа, она поняла, родился Мессия. Это вторая глава Евангелия от Луки. В четвертой главе книги пророка Малахии мы читаем слова о Христе. Малахия жил за 400 лет до Иоанна Крестителя. И вот это высказывание Малахии. «Вот, я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Мы открываем Новый Завет и читаем у Луки о Крестителе, который еще не появился на свет. Архангел Гавриил обращается к его отцу, священнику Иоанну. «Твой сын придет в духе и силе Ильи». Когда Иоанн Креститель начал служение, 31 год спустя, люди задали ему вопрос, «Ты Илья?» «Нет», — сказал он, — «я голос вопиющего в пустыне». Малахия говорит об этом в 3 главе. Сам же Илья придет во времена скорби, как свидетель из книги Откровения. Иоанн Креститель — это знак искупления Израиля, искупление, которое обеспечил Иисус и исполнил 39 пророчеств. Иоанн начал проповедь покаяния. Люди думали, что он Илья, потому что настало время для этого, и Гавриил стоял у жертвенника во время служения его отца. Иоанн — это предшественник Мессии. Креститель не был Ильей, но он пришел в духе и силе Ильи. Это подытоживает стих из 4 главы послания Галатам. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить их». Итак, Христос пришел вовремя. Таким образом, время накануне исполнения пророчеств и наступления этого периода наш Небесный Отец называет полнотой времени. Но когда же пророческие тайны становятся понятными? Пророческие тайны становятся понятными, когда наступает период для этого.
Надо быть духовно незрячим человеком, чтобы не верить и не знать, что эти пророчества исполняются в наши дни. Итак, дальше, после короткого перерыва, мы рассмотрим ряд пророческих идей. Это поможет вам понять, каким мы являемся поколением, потому что мы подошли к концу времен, и Бог снимает печати. Во-вторых, я расскажу вам о том, что наше время очень похоже на дни Лота. Вы должны понимать эти параллели. Далее, в-третьих, я расскажу вам о том, какую роль играет пророческое число 7, а также число 50 и число 70 в наши дни. Однажды Господь Иисус ясно сказал о том, что когда Он вернется на землю, то на планете будут происходить события, похожие на историю Лота и на историю Ноя. Ной был свидетелем мирового потопа. Лот стал очевидцем уничтожения четырех городов за грехи и растление жителей. Мы обсудим принцип Содома, потому что мы говорим о раскрытых пророческих тайнах. Прошлые события повторяются в будущем. Мы живем в дни Лота, и вы увидите это. Принцип Содома является важным принципом, потому что Авраам жил в Ханаанской земле, а Лот на равнине в городе. В Бытии есть города Содом, Гоморра, Адма, Севаим и Сигор. Они находились в орошаемой долине, похожей на Эдем. Лот избрал жить там. Авраам жил на земле. Он пас на ней свои стада и был земледельцем. У него был скот, и поэтому ему нужна была земля. Один жил в деревне. Это Авраам. Второй жил в городе. Это Лот. Кого же осудил Бог? Бедствие пришло не на землю Авраама. Бог свел кару на город. Это похоже на наш день, потому что мы обсудим современные параллели с днем Лота. Во времена Лота ходили толпы людей, которые расправлялись с несогласными. В гости к Лоту пришли ангелы в телах людей. Он завел их в дом защитить, но группа гомосексуалистов из города Содом пришли к дверям дома Лота, чтобы иметь сексуальные отношения с этими ангелами. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города. Итак, вся похотливая молодежь и все развратные пенсионеры сошлись у дома бедного Лота. Мы видим то, что все это сборище начало стучать в ворота дома Лота, угрожая изнасиловать его. А если бы бедный Лот принял решение выдать своих гостей извращенцам, подумайте об этом. Они угрожали ему изнасилованием, если он не выдаст им ангелов. Здесь есть параллель. Есть воинственно настроенные городские толпы. Существуют агрессивно настроенные толпы извращенцев. Это есть. Вас заинтересует вторая параллель со днями Лота. О ней я прочитаю вам прямо сейчас. Это из книги Праведного. Это не боговдохновенная книга, но она упоминается в Ветхом Завете. Нашли ее в 19 веке. Я прочту из английского перевода. Здесь говорится о днях Лота. Я прочитаю вам из 3 главы этой книги. «В те дни люди начали грешить против Бога и нарушать заповеди, данные им Адаму, плодиться и наполнять землю. Некоторые из сынов людей подначили жен пить жидкость, из-за которой они становились бесплодными. Мужчины делали это, чтобы их жены сохранили фигуру. И когда мужчины подначили жен выпить эту жидкость, Цилла пила с ними. И эта плодовитая женщина казалось омерзительной в очах мужей тех жен, как вдовы, а их мужья жили только ради бесплодных жен, которым прилепились. Мужчины Содома не хотели, чтобы их жены рожали детей. Они не хотели, чтобы их фигура изменилась. Мы не знаем, что именно делало женщин бесплодными. Кто-то предполагает, что это был прообраз таблеток, из-за которых происходит выкидыш. Другие указывают на то, что я видел в Израиле.
Таким образом, эти плоды называют яблоком Содома. У этой гадости есть целых 5 названий. Яблоко Содома, что само по себе примечательно. Античный историк Иосиф Флавий писал о том, что это дерево растет в регионе, где когда-то стоял город Содом. Однажды мы путешествовали там. Внешняя сторона плода зеленая. Она напоминает яблоко и растет в виде гроздей. На ветке есть 3-4 плода. Они растут неподалеку от места, где стояли Содом и Гоморра. Флавий писал, если растереть плод, то он превратится в пыль, и поэтому его назвали яблоком Содома. Итак, когда пришел суд против Содома и Гоморры, они обратились в пепел. Внутри плода есть белая жидкость. Однажды я видел эти плоды. Внутри эти плоды ядовитые. Пожалуйста, будьте осторожны и не берите их в руки. Если много этого яда попадет в кровь, то вы умрете. Я не знал тех, кто умер из-за этого, но я не откусил бы от него. Жители не прикасаются к нему, когда он растет. Местные жители считают, что небольшое количество сока содомского яблока приводит к выкидышу. Возможно, когда мужчины Содома давали эти плоды женам, о которых говорит книга праведного, они становились полностью бесплодными. Это второй знак Содома. Я называю его знаком аборта. Я называю его знаком женского бесплодия. Сейчас существует много людей, которые бесплодны по разным причинам. Это не всегда Божий суд. Возможно, это химикаты в пище или причина в воде. В Библии бездетные женщины рождали ребят, которые становились героями нации. Это слово ободрения для женщин, которые не могут родить. Бог может дать вам ребенка. Мужчины Содома не хотели, чтобы их жены рожали. Третий знак дней Лота состоит в знаке слепоты. Посмотрим на это с другого ракурса. Содомляне окружили дом Лота и приготовились ломать дверь с целью пробраться к ангелам. Когда Лот запер дверь дома, они пообещали Лоту изнасиловать его и сделать ему еще много другого зла, если он не откроет. Сейчас на Западе на проповедников нападают, избивают и сжигают их Библии. Людей вытаскивают на улицы и грозят им изнасиловать их. Мы видели таких протестующих. Эти события показывают по телевидению. Ангелы защитили Лота и всю его семью. Я прочту из книги «Бытие». А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого. Так что они измучились, искав входа. Давайте посмотрим на это с другого ракурса. В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос 4 раза сказал «Я — это дверь». В Откровении Он сказал «Я стою у двери и стучу». Иисус — это та дверь. Те люди слепы духовно, они не видят этой двери. Те люди слепы духовно. Другими словами, наши неверующие современники слепы в духовном смысле этого слова. Их духовные глаза не видят. Содомляне не нашли дверь. Они были жестокими и не нашли дверь. Эта дверь — Христос. Они не находят Его, потому что они слепы. Они не могут найти дверь. Итак, это еще одна параллель между нашим временем и днями Лота. Вы услышите учение, где я расскажу о скрытых подсказках и пророческих числах. Пожалуйста, увидьте следующее. Мы живем перед возвращением Христа. Мы живем в сезон исполнения пророчеств и видим сходство современных событий с прошлым. Мы начинаем это замечательное учение. В
пророческих числах Библии есть скрытые подсказки. Есть смысл в числе 7, 70 и в числе 490. Это важные числа. Вот список четырех циклов, где есть число 7. Первый цикл — это Шаббат. Это каждый седьмой день. Сегодня это суббота, день отдыха. Это одна неделя дней. Затем идет Шмита. Это год освобождения. На седьмой год земля и земледельцы отдыхали от работы, от сбора урожая и полевых работ. Также существовали семь Шмит. Это имеет отношение к празднованию 50-летнего юбилея. Таким образом, в Ветхом Завете каждые 49 лет считались евреями семью шмитами. Затем мы знакомимся с 70 шмитами. Это 70 циклов, или же 490 лет. А сейчас, друзья, я прочту вам из второй книги Паралипоменон. «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского, доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих». Обратите внимание на то, что здесь присутствует много суббот. Далее сказано: «Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». А теперь, пожалуйста, послушайте меня внимательно. Божьи циклы наказания в Ветхом Завете основаны на числе 7. Если евреи слушались Бога, то число 7 было для них числом благословения. Но если они не слушались Господа, 7 становилось знаком неодобрения и проклятия. Например, почему Бог сказал иудеям о том, что они проведут 70 лет в плену в Вавилоне? В Торе есть 10 заповедей. Израиль нарушил 7 заповедей из 10. Поэтому Господь сказал им: «Вы будете наказаны 7 раз, если вы не будете слушаться меня». Мы умножаем 10 на 7. Бог вывел их из Израиля для того, чтобы земля отдыхала циклами Шмиты. То есть мы умножаем 10 на 7. Это связано с заповедями. Поэтому они провели 70 лет в плену. В 9 главе Даниила есть пророчество, которое исследуют ученые. Оно непростое, и позже мы покажем вам его трактовку. Это цикл из 490 лет. Богословы называют 9 главу 70 неделями Даниила. Получается всего 490 лет, о коих мы с вами сейчас и говорим. Таким образом, период начинается с восстановления храма и заканчивается моментом, когда воцаряется вечная праведность. Давайте остановимся на этой теме о периоде и цикле и продолжим в следующем выпуске. Мы живем в важные времена. Мы — поколение откровения. Не прячьтесь в духовной тьме, но поймите эти пророческие времена. Расскажите другим о приходе последних дней. Перри Стоун и Билл Клауд оперативно записали обновленное пророческое учение, которое уже в продаже. Вот проповеди Перри. Еврейский пророческий код, скрытый в семи притчах о царстве. И Америка — как центр новой социальной революции. Новый 70-летний пророческий цикл и знаки конца времен. Исполнившиеся пророчества об израильских дарованиях. Америка в кризисе. Знак пожаров, секиры и дерева. Также вы найдете в комплекте дисков три проповеди Билла Клауда, наполненные мудростью. Темы проповедей. Начало скорбей, когда Бог скрывает свое лицо.
и «Битва за Америку». Чтобы получить компакт-диски, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 60 или более долларов. Чтобы получить DVD, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 80 или более долларов. Дорогие телезрители, посетите наш сайт или позвоните по номеру, который указан на экране. Пожалуйста, не забудьте записать наш телефонный номер. Дорогие телезрители, пишите письма на почтовый адрес американского служения Перри Стоуна, который вы видите на экране. В эти дни и времена мы продолжаем видеть, как Бог исполняет свои пророчества из Библии. Поделитесь этими посланиями с близкими. Мы ожидаем ваших отзывов. Все диски и книги представлены в нашем интернет-магазине. Позвоните нам. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его туру по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию, можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perrystone.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. У нас небольшой перерыв, после которого мы вернемся к учению. На той неделе я упоминал о важном. Мы предлагаем диски с пророческой конференции. Важно помнить о том, что когда мы снимаем телевыпуски, мы не хотим создать проблемы заграничным телестанциям. Поэтому наш монтажер вырезает некоторые фрагменты из наших пророческих конференций. На этих дисках есть информация, о которой нельзя говорить на телевидении. Это подробная и полезная информация. Я рад предложить эти диски. Когда Билл пишет на иврите, то он расшифровывает текст. На записи есть иллюстрации. Пожалуйста, найдите эти диски и услышьте слово. Как правило, мы выставляем график наших поездок по США. Сейчас я не путешествую, как раньше. Дело в том, что сейчас я много пишу и снимаю материал. Я снимаю материал для будущих дисков. Для этого требуется время. Многие годы я делал многое. Раньше я трудился по 15 часов в день. Доктора сказали мне, хватит так жить. Это приносит вред здоровью. Я поменял свой график. Сейчас я пишу пророческую книгу. Я хочу, чтобы вы прочли ее. Я очень сильно тороплюсь, и поэтому я надеюсь, мы выпустим ее на исходе этой весны. Это новое бремя, которое я получил от Святого Духа. Бог открывает впечатляющие вещи. Он откроет еще больше. Если вы смотрите нас на христианском канале, пожалуйста, напишите благодарность каналу за показ нашей передачи. Если вы не успеваете смотреть нас на канале, то смотрите нас на YouTube. У нас выходят обновления 3 раза в неделю на YouTube. Как я уже говорил ранее, это небольшие послания от 5 до 12 минут. Там мы рассказываем все обновления, которые происходят в нашем служении. Также не забудьте о наших конференциях в этом году и заходите на наш сайт, чтобы быть в курсе всех последних событий и, конечно же, обновлений. Давайте посмотрим продолжение этого учения.